Так, ну что, пусть народ-то пока подтягивается, в общем и целом. Sitting on the floor, all the shit in my head, rain in my heart, what do you wanna be? I'm a liar, you're a thief, you're a beautiful ghost and it's killing me. Так, сейчас подождем народец, ко все одупляться. Эй, Кирюха пришел. Пропустил ты, Кирюха, абскурдос. Ну, прошли уже. Долго лазил слишком. Потерь кадра, ого, на удивление нету. Там скоро-то с потерь кадра была до жопы, блин. Тут нормально прям пошло. Хорошо, хорошо. Так, что там, 38? Прикольная песенка. Да, мне тоже нравится. Если бы в аудиозаписи добавил, меня потом заберешь. Последняя добавленная. Или потом группу выложу. А, в принципе, можешь посмотреть ВКонтакте. Транслируется же. В группе. Или у меня на странице. О, началась скорость, скачет, а? Тварь же, а? Так, что, сейчас будем начинать-то потихонечку. Так, все, песенка кончилась. Хорош. Буянить. Так, ладно, переключаемся на Dead Space. Надеюсь, все нормально захватывается. Ох, что, что такое громкий-то, твою мать. Лень потом. Ну ладно. Так, сейчас мы звучок. О, пошло дело. Так, сейчас, короче, потише мы все сделаем. Примерно, наверное, вот так вот где-то. Так вот, еще субтитры включим на всякий случай. Так, звук. А, ну стерео пусть будет. Так, тест-колонок нам не нужен. Мышка, что с тобой, прекрати. Так, как меня слышно? А то мне оно в уши орёт, а вам я не знаю как. Там если что, говорите. Чё как? Чё кого? Так, ну.
по звуку отписывайтесь, в общем. И там еще по ходу дела будем настраивать. Так, новая игра. Громко тебя слышно. А меня громко слышно? Нихера себе. Давай-ка игру погромче-то. Или меня убавить просто надо. Или игру погромче сделать. Как лучше. Давай чуть погромче сделаем. Так, наверное. Или даже, наверное. Меня громко. Странно это, что меня громко слышно. Ладно, сейчас по ходу дела-то разберемся. Значит, новая игра. На тяжелом не хочу, это будет больно слишком. Поэтому будем на среднем играть. Все хорошо, начинай. О, хорошо. Начал. Сейчас я поудобнее сяду. Ой, Господи Иисусе. Обожаю Dead Space. Но самая любимая часть у меня вторая. Она самая крутая. Ох, твою мать. Громко. Чё там? Redwood Shores. Dead Space. Или мертвый пробел. Ну, вообще, космос, конечно. Так, основные ставки по Жазе. Кларк, техник, специалист по корабельным системам. Кендра Дэниел, специалист по компьютерным системам. Зак Хэммон, старший офицер службы безопасности. Директива Аустин, местонахождение добывающего корабля USG Шимура. Дальше я не понял. Владем, здорово! Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то. Там все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. Так, что-то сообщенька прервалась. И сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай. Мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Итак, мы на месте. Синхронизируем. Вернулся, вот. Хорошо. Сколько мороки из-за какого-то обломка. Добыча руды в космосе выгодный бизнес, мисс Дэниелс. А Эгида-7, судя по отчету, просто золотая. В общем, тело, да не только у тела. Кобальт, кремний, осмий. Так, и где же... Ага, вот он. Мы в пределах видимости. Так это и есть Тишимура? Так я могу... О, могу паузу поставить. Сейчас, секунду, погодите. Так, ну потерь кадров как бы нету, не знаю. Балагать не должно. По идее, как бы. Ладненько, давай. Продолжим. Ах, как ты орёшь-то, твою мать! Класс планетарный потрошитель. Похоже, они уже начали курочить одну. Почему нет огней, даже габаритных? Капрал, сближайтесь и вызовите их. Избегайте мусора, мы тут, чтобы починить их корабль, а не угробить наш. USG Ишимура, это аварийная бригада USG Келеон. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Причем временная, бывает нормально работает. Надо усилить мощность. А бывает прям жестко лагает прям. Усильте сигнал. Причем не важно, какая у тебя там скорость, 100 мегабайт, не 100 мегабит, похер вообще. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там, никто не может поднять трубку? А это что? Битый сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Стыкуйтесь с кораблем, и мы займемся ремонтом. На все 48 часов. Попробуйте страницу. Хорошо, пообновлять. Стыкуйся, посмотрим, что у них. Можешь попадете на удачный сервер. Заклады включены. Начата процедура автоматической стыковки. Ох, твою мать. Что за черт? Сэр, стыковщик. Переходи тут, пока начало тут. Врежемся. Поднять защиту. Их стыковщик поврежден. Перейти на ручное. Быстро. Внутри магнитного поля. Тряхнулся. Отставить. Нет. Я знаю, что делаю. Капрал, выполняйте приказ. Слишком
Ох, мать, что происходит? Что происходит? Все целы? Приехали. Что? О чем ты думал? Ты нас всех угробить хочешь? Я спас наши задницы, мисс Дэниелс. Попробуй мы отменить стыковку на этой скорости, нас бы размазало по борту Ишимуры. А теперь успокойтесь, за работу. Капрал, отчет. Потерян сигнал от двигателей левого борта. Рации и автопилот накрылись. Потребуется время на ремонт. Ладно. Вдруг кто поможет на причальной палубе. Стой, Айзек. Я синхронизирую Икс с системой корабля. Оп, оп. Все, готово. Оп. Показатели здоровья в норме. Хорошо. Тогда выдвигаемся. У нас уйма дел. Че там? Мама уехала что-то на неделю, четвертый день пиццей питаюсь. Только приготовь что-нибудь, что ты. Возьми борща навари. Это не так сложно, как кажется. Бежать ЛС плюс ЛБ, левый бампер. Да, неудобно как бы. Ну ладно, в принципе, привыкнем. Эй, мы не сигналы потеряли. Мы потеряли сами двигатели. Ты куда смотришь? Невероятно. Ишимура, первый корабль класса... Фигня совет? Нормальный совет, чё? Срок его бесперебойной службы составляет уже 62 года. На счету Ишимуры рекордно высокий показатель 34... Максимум яичница, это хреново. Надо уметь готовить. Перебои с энергией повсюду. Айзек, разберись с той дверной панелью. Понятно. Айзек, сделай. О, тихо-тихо, погоди. Открыто, закрыто. Понятно. А как бить? Понял. Никак. Ну. Прикольненько тут. Опа, что такое? Кредиты. Хе-хе-хе. Бабульки это всегда хорошо. Я-то с батей остался, а он желанием не особо говорит, бурлит. Понятно. Кто-то торопился, собирая свои вещи. Тут должен быть кто-то из охраны. Ага, только их нет. Вообще никого. Я не регистрирую никаких переговоров. Это консоль все еще дышит. Фотографии поставлю. Может, что-то узнаем. Кендра, постарайся запустить лифт. Цепи обесточены. Слышь, Негар, ты что раскомандовал? Так найди, где есть питание! Чё, мне что-то просто... Будем работать одной командой. Быстрее поймем, что тут происходит. Айзек, разберись с компьютером. Вот и тут разберись, пойди. Понятно. Так, что там у нас? Воу, лагаю. А, два раза то, что написал. Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден. Система туннеля отключена, перемещаться будет непросто. Вентиляция заработала, уже хорошо. Твою мать. Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойте, замрите. Что это? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Ох, твою мать, это что такое? Давай, давай. Есть! Айзек, убирайся оттуда! Понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больно. Беги. Беги, Айзек, убирайся оттуда к черту. Да бегу.
Ха-ха-ха. Печеньки в микроволновке. Ладно. Бедняга. Какого хера? Твою-то мать. Приехали, блин. На разведку. Сосисок уже нету. Опаньки. Да отвали ты, Господи Иисусе. Как ногой? Так. Да ты чё, дурак, что ли? Да умри ты, твою мать! Фу. Паскуда. Да как перезарядиться? А, вот так вот. Ладно. Опаньки. Так, кнопка X. Понял. Не дурак. Говорит Бенсон. Всем внимание. Они лезут через шахты вентиляции. Держитесь от них. Осторожно! Назад! Назад! Ладненько. Не, ну-ка нахер пойдем. Туда схожу. А-а-а. А, не, нормально. Кредитов забрали. Чё там? Айзек! Айзек! Надо же, ему удалось. Айзек, мы видели еще тварей по пути сюда. Ты в порядке? Что это такое? Откуда эти твари? Кто они? Говори тише. Кто бы это ни был, они нам не рады, а половина дверей перекрыты из-за карантина. Нам нужно на мостик. Но сначала починим транспортную систему. Ты чокнутый! Из-за тебя мы все погибнем! Будешь слушаться меня, я вытащу нас отсюда. Что с транспортом? Да пульт управления накрылся. Но в инженерном отсеке должны быть запчасти. Сломанная вагонетка блокирует нужный тоннель. Из-за долбанного карантина все двери закрыты. Отсюда мы никуда не попадем. Мы нет. А, вот они. Но ты можешь. Айзек, если я доберусь до мостика, я получу доступ к данным экипажа. Ты починишь транспорт, а я помогу найти Николь. Понятно. Вы можете сменить текущую задачу в режиме карты. Так, замените сломанную.
Винетку. Понятно. Так, что у нас тут? Требуется инфопанель. Ёжики. Так, сохранение. Тут еще что-нибудь есть? Вызов вагонетки. Отключен. Понятно. Так, шкафчики, что тут у нас? Хорошо. Так, сохранились. Ну, пойдем, что. Скотина, так и знал, что ты живой. Что там? Это Бенсон. Смиту удалось грохнуть одну из тварей. Внимание, не пытайтесь попасть им в корпус. Вы должны отсекать им конечности. Хватайте резаки или что-то в этом роде и режьте их на куски. Так вот, стрелять по конечностям. Все ясно. Ладно, мы, в принципе, только сохранились, что нам. Побежали. Твою мать. Не встал. Айзек, будь осторожен. Стрельба по корпусу мало что дает. Целься по конечностям. Разнеси их к черту. Это должно помочь. Отстреливание конечностей наносит больше урона, чем... Что там, кстати, заметил в Dead Space пол игры мы ищем какую-то штучку, чтобы заработать другая система. Да, вся первая игра это... Ходи то, делай сюда, почини это. В принципе, вот и весь сюжет. Но все равно клево. Но, конечно, вторая часть поинтереснее. Хоррор с элементами головоломки. Я не особо вот предыдущий это чё в смысле? На всякий случай. Твою мать. В смысле? Ладушки. Ладушки, пойдем. Ну,
плохо. Че? Так, нам вообще туда топать. Но мы пойдем сюда. Потому что какой-то ништячок лежит. Кредиты 3000, нихера себе. Валяются на дороге просто. Скотина. Да твою. Ай-яй. Убегаем. Твою мать. Вагонетка 8 сломана. Мы затащили ее на ремонтную платформу, но сдох автопогрузчик. Мне нужен стазис-модуль. Если мы не снимем этот кусок дерьма с рельс, он заблокирует всю систему. Ладушки. О. Силовой узел. Круто. Чем-то Виндиго напоминает по строению. Ну, не совсем, но... Кстати, а что это за фигни, которые нападают? Если это люди, то какими-то... Это не люди, это... Ну, точнее, они были людьми, но они заразились там одной фигней. Так, короче, эти монстры называются некроморфы. То есть они преобразуют человеческий труп вот в такую вот... Где он? Куда? Вот такую хреновину. То есть он мутирует и становится таким красивым. Заменно поврежденный вагонет. Пожалуйста, ждите. Ой, что-то мне не нравится. Да я не рассказываю, то все, так всем известно. Рыжик, ты справился. Гадская вагонетка блокировала туннель. Как только заработает компьютер, отправь вагонетку с пульта из комнаты контроля. Только быстрее. Я слышу, как тут что-то скребется. Вернулся с чаем? Круто. Бля, я тоже хочу чай. О, топает, топает уже, смотри, смотри. Да умри ты, твою мать. Процедура замены завершена. Сдох, ублюдок. Так, теперь нам куда? Туда. Оп. То есть те, кого убили уже сейчас, то уже
превратиться могут. Гребаные ксеноморфы. Да не ксеноморфы. Ксеноморфы это чужие. Потом узнаешь, что ты не боишься. Так, сохранимся. Ой, не та кнопка. Бежим. Какого? Тварь. Баблинское заберем. Охранную систему. Пришлось попотеть, но теперь ты можешь попасть на инженерную палубу. Инфопанель должна быть там. Выберешь? Да, блин, не так. Ничего, писание не то. Да, без ноги они вообще конченые, короче. Стача. Так, погоди-ка, как там? Найти инфопанель. А, ну да, все правильно. Еще одни, которые... Да, да, есть там, да, такие твари всякие. Вот эти, сохранимся. Если дают сохраниться, почему бы не сохраниться? Что тут оружие? Не, не крафтить. Айзек, это Кендра. Покупать. Дверь в хранилище заперта, тебе нужен и улучшать можно. Он должен быть где-то на инженерной палубе. Так, что там надо сделать? Ключ инженерного отсека. И во второй крафтить нельзя. Твою мать! И в третий, по-моему, нельзя крафтить. Насколько я помню. Ладно, вот пройдем и узнаем, что вы там спорите. Ключ от склада нужен. Ой, там всякое добро лежит. Так, кинезис модуля у меня нету. Можно, да? Твою мать! Да, блин. Да
ты дурак, что ли? Ты живой, не? Ага. Ублюдок, мать твою. Ой-ой. Не надо так. Фонтаны крови. Так, нам куда сюда? В смысле? Да, блин. Гироскоп, бла-бла-бла, короче. По-моему, там кто-то идет. Плазменная энергия. Поехали сюда к хренам. Фух. Твою мать. Это дети. Ублюдок, мать твою. А ну иди сюда, дерьмо собачье. Рюкзак полон. Короче. Силовой модуль. Что там? Ох, инфопанель. Врубай что-то. Что там, узлы не все трогать? Да я помню, помню, что там. Лучше урон. Че, лучше урон или обойму? Поздно. Никаких хотя уже все. Все, пойдем. Отлично, Эрик.
Теперь тащи эту панель в транспортный контроль и подключи ее в стойку контроля. Ох, твою мать. Да что там произошло-то, я не понял. Да твою мать! Да твою... О-о-о! Сука! Ну-ка нахер. Фух. Да ты дурак, что ли? Твою мать. Вот так вот. Так, сохранимся. Кто там шепчет? Да, блин. Сзади пробежался. О, а че? Господи. Так. Компьютер транспортной системы включен. Ага, все заработало. Инициализация транспортной системы. Система инициализирована. Вагонетка на причальной палубе. Карантин снят. Вот так вот. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Айзек, давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик. Встретимся уже на борту. Если доживем. Хэммонд, мы не сможем с этим справиться, это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? Ну ладно. Так, нам сюда, да? Ну пойдем. Пойдем. Фух. Жутковато. Как Зольберг убежал.
Да знаю, что ништяков много валяется. Да ты чё убегаешь? Понятно. Твою мать! Да, господи! Это было неожиданно, что они сзади появились так. Удачи. Я и тут похожу пока. Так, что там? Так, блин, нам сюда. Крипово, да. Сдохни ты. Отвали. Тварь. Так тебя. Ох, твою мать! А-а-а! Твою мать! Хреново дело. Какие нахрен аварийные службы? Тут же нет никого. Да что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь мы здесь надолго. Кендра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай мне подумать. Да что тут думать? Можешь зайти в командный компьютер. Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матиус находится в медлаборатории. Мертв. Что? Как? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем и его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы и постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это? А чё вам самим туда не сходить?
Ладно, понял. Сами они туда не доберутся. Так. Сохранимся. Так, и нам сюда, да? Ну, пойдем. Да, и к ним пришли товарищи. Так, нам туда. А это что? Туалет? Что написано? Save your soul. Больше ништяков нема. Поехали. Что у вас там в магазине? Можно купить костюм второго уровня. Так, плазменная энергия, у нас больше ничего нет, да, резак. Ну, кстати, можно взять. Знаете, что сделать? Одну малую аптечку продать. Вот так вот. И, короче, купить один силовой узел. И защитный костюм. Получше выглядит. Гораздо. Ну и все. Ну как же оружие? Да, это самое крутое оружие. Все, еще мы обоймы прокачаем. Чё, для узла места не нужно. Да и не для того ж продавал. Я продавал, чтобы мне денег хватило. У меня как раз 1000 не хватало. Так, ладно, поехали. Так, что там? Оп. Фух. Глава первое прибытие завершено. Так, сохранить? Давай. Мы только сохранялись. Но все равно, пусть будет. Глава вторая. Интенсивная терапия. Точно уже бояться нечего. Я знала, что ты придешь.
обещал. Я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Кой сказал? Что приведет нас к челноку? Да, они тут поехали крышей, короче. Так. Чё, детский? Не, детский сад будет во второй. По-моему. Магазин. Хорошо, я понял, спасибо. Что там? Ну там самое. Да, да, было жутко очень. Я помню. Что, что резко там? На нас напали. Кендра исчезла. Только что была рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Будто лысый ублюдок, а? Но сдаваться рано. Принеси мне X-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими помехами связь бесполезна. Че там, труп остается женщина еще полчаса, пока не остыл. Но ты некрофил, самоучка. Термитная бомба. Ладушки. Так, а нам куда? А вообще туда, понятно. Запишемся. Что-то не работает. Оп. Укоризненный взгляд. Так, нам сюда, да? Думаю, туда мы потом сходим. Ты жив? Да, я понял, я уже догадался, как бы. Твою мать. Нагнетают. Светло слишком. Туда нам. Чё там? Так, 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 так. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Ох, твою мать! Быстрее! Фух. Ах ты ж... Твою мать! Фух.
там? Ничего. Божечки, какие не жуткие. О, да. Погоди, еще это. Так. На всякий случай. Да, господи. Ай-яй-яй, ай-яй. Твари, твари. Быстро, 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 быстро. Ох, твою мать. Бога ради, что там происходит? Да не волнуйтесь вы так, доктор Кейн. Все образуется. Мне так не кажется. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать все, что угодно, но не я. Обелиск — великая святыня, и вы это знаете. Пути Господни неисповедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс. Чем серьезнее ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. Это меня и беспокоит. Ладненько. Так, что там лично ждал доктор Кейн? Несмотря на отвратительное качество видеозаписи из колонии, похоже, это действительно настоящий обелиск, первый найденный церковью за 200 лет своего существования. Я собираюсь поднять его на борт корабля и тщательно исследовать. Перспектива этого открытия огромная, не для меня лично, хотя и я мечтал найти обелиск многие десятилетия. Но для всего человечества и для церкви юнитологии в частности. Ой, блин, закрыл. Блин, ладно. Нифиг читать. Так, ладненько, пойдем. Что у нас тут? Тише, тише. А все что? Так. Уже. Да, блин. Господи, выбрать. Вот так вот. Патроны поважнее будут. Сохранимся. Так, нам вообще куда?
Да, блин. А, нам сюда? Подожди-ка, там... А, там было закрыто. Ладно, пойдем. Твою мать. Помогите! Ради бога, помогите! Спасите! Это было жутко. С учетом в третьей части от монстров куски можно отрывать и бросать в них. Так его во второй можно, по-моему. Королева пустоши. О, привет, Маша. Да, Dead Space. Да какого хрена? Ох ты ж, ох ты тварь. Ай. Как он пнул-то, а? Ох. Так, что здесь у нас? Детишки в банках. А почему здесь дети? Ой, они какие-то странные. Ой. Помню, как вас убивать, твари. Фух. Да твою мать! На тебе вот так. Да ты чё не умираешь? Маленький гаденыш. Части тел, что ли? Позвоночник. Че, спать легли? Ну ты не ори тогда, че, спать легли. Патронов не взял. Я слышу, как сюда движется что-то большое. Все. Что-то большое? Так, а можно без что-то большого обойтись? Мне хватает то, что есть. Оп. Какого? Да, блин. Да ладно. Чё, после такого детей не захочется? Тихо. Всё, забрал. Так не хочется. Почему же? Что требуется?
Так, о чем идет? Ну пойдем. Хорош. Are you okay? Видимо, да. Да, господи. Патронов нельзя подобрать. Ну, вам ржать надо, это да. Есть такая херня. Ох, твою мать, что это было? Что там? Evacuate this area immediately. Покиньте эту зону немедленно. Так, медицинский журнал, доктор Уорвик. Бла-бла-бла, что-то психическое обследование. Так, после очередной сильной дозы успокоительного Харри спит. Похоже, он вообще не в состоянии заснуть без помощи лекарств. Большинство людей испытывали бы состояние истощения, проведя более 50 часов без сна. Но только не Харрис. Его объяснение тому, что произошло в колонии, тоже звучит крайне странно, и в них явно прослеживается паранойя, аналогичная той, что охватила многих людей на планете внизу. Его вина в преступлении однозначна. Два офицера службы безопасности были рядом, когда он захватил в заложники доктора Циарелла и убил сестру Эванса. Да и сам Харрис ничего не отрицает, но при этом он говорит, что в его действиях не было никакого преступления, и не испытывает и толики чувства вины. Просто классический образчик поведения социопата, хотя других симптомов разрушения личности я в Харрисе не обнаружил. Он общительный, дружелюбен, с удовольствием воспринимает шутки и высказывает неординарные идеи. Но когда я спрашиваю об убийстве, он замыкается в себе, теряет связь с окружающим миром и начинает проявлять симптомы шизофрении. Кроме того, у него случаются краткие приступы галлюцинаций, похожие на те, о которых сообщают из колонии. Харрис утверждает, что он угрожал доктору потому, что должен был остановить видение и лица. И что он снова убьет, лишь бы стать вновь единым. Что это все значит, я не могу понять. Очень интересный случай. Да уж. Что это? Наверное, пока все равно, пока там нету ничего такого. Используйте генетический дистанцион на тяжелых предметах с таким символом. Спасибо. Твою мать! Клиф заработал. Узел в дверь поставь. В эту, что ли? Или в какую? Господи! Приятного аппетита. Твою мать! Так, постой-ка. Блин. Время пришло. Первую.
здесь что ли? Нет. А, понял. Да, блин. Не помещается ничего. Так, сейчас вот это... Так, в чем это? Бросить. Так, заберем, где еще у нас? Там внизу вы что-то нашли, да? Да. Кое-что нашли. Значит, тексты истины все это время... Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным. Мы должны принять это. Мы первые свидетели. Матиус никому не позволит спуститься в колонию. Пока не выясним больше, она на карантине. К черту Матиуса. Ему лучше, чем кому-либо еще известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже компании. Думай, что говоришь. Там внизу умирают люди. Только бесполезные и неверующие. Но я верю. А ты, Теренс, веришь? Скажи. И магазинчик бы что ли найти, я не знаю. Ну понятно, что магазин активирован. Магазина-то нет. Ну будет магазин активирован. Пожалуй, я здесь был, да? А, ну да. Нам сюда. Какого? Так, какого хрена? Сдохни уже. Тварь. Пугает еще. Тоже тварь. Что там? Погодь, а мне еще куда? Сохраняшка. Так. Сначала выстрелить, потом перезарядиться. Ну да ладно. Так, нам сюда. Понятно. Ох, твою мать! Ладно, ладно. Там летает. Поднимай что-то. Ага, понятно. Рюкзак полон. Что там? А, воздушный баллон. По-моему, надо быстрее топать. Да тихо, дай 30 секунд еще. Бля, вы тут где-то, по-моему. Нет? Помни, в разных отсеках Ишимуры можно настроить разные силы тяжести. В зоне невесомости твои гравиботы активируются. Гравиботы.
Че там? Выключить гравитацию. Выключи. Уи. Оп. Так, погодите-ка. Движение невесомости. Понятно. Так, а что сделать вообще? Что надо делать? Тут понятно, что да. Так, а зачем тут еще один? Точнее, еще два даже блока. Ладно, пойдем. Зона гравитации. Так, что у нас тут? Это что за хрень такая? Ай, для бомбы. Отлично, ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. Дерьмо. Я слышу твари. Лезут по вентиляции. Береги себя, Айзек. Давай, верни. Зона невесомости. Зона гравитации. Да умри, твою мать. Зона невесомости. О, блин. Смешно ходит еще. Зона гравитации. Так, а нам все, пойдем. Зона. Какого? Да ты... Зона нормального давления. Фух. Сохранимся. Чтоб два раза это не проходить. Так, и нам куда? Понятно. Да, блин. Да твою мать! Блюдо что? Вот так вот. Будешь знать. Нам обратно, да, топать? Ну да. Зона
бог. Твою мать. Подождите, демоны. Да твою мать. Откуда они взялись? Ладно. Ну-ка нахер. Так, поеду, что у нас? О, магазин есть. Ну-ка. Вот так вот. 18 тысяч. Что можем купить? Лазерная винтовка. Кстати, тоже крутая штука. Очень, да, мне очень нравится. Можно вот это купить еще. Давай, наверное, купим. Погоди, у нас там еще что-то есть. Красные иконки оружия означают, что патроны закончились. Да что ты говоришь такое? Так. Во, золотой полупроводник. Вот так вот. Ага. Две больших аптечки. Блин. Че, ты все? В смысле, спать идешь? Так, среди нету. Ладно, и хер бы с ним тогда. Так, сохранимся. Херася. Прожгло дыру. Пойдем. Хорошо, ты прорвался. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. Да помню, помню. Говорит старший медик Николь Бреннан. Передаю по общей связи. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболевания. Нам не сообщают, что происходит. Эти раны. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. Боже. Настол его. Сестра, держите крепче. Господи, конец записи. Какая-то дичь происходит. Это была Николь, да? Отсюда я не могу понять, когда сделали запись. Какого? Уверен, она где-то рядом. Ну чё, ждём? Чё там? Fuck this ship. Нахрен этот корабль. Твою мать. Так,
Так, что еще у нас есть? А ничего. Твою мать. Так, не лучше этим. Гаденыш. Мелкий. Что ты там шепчешь? Отрубится кислород, что ли? Ох, твою мать! Да ты дурак, что ли? Дура. Да ты. Блин, что у меня там в рюкзаке лежит? Это выбросим, наверное. Так, что, на резак? Давай на резак тогда возьмем. А, погоди, еще. Можно что-то подобрать тоже. Так, все, больше ничего нет. Каюшки. Все в кровище, блин, капец. Эй, меня кто-то слышит? Мое имя Эйлин Фиск, я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит, почему они все ушли. Попробуй найти хоть кого-то. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. Я слышу, как что-то скребется за стеной. Эй? Кто здесь? Вы доктор? Почему все... Погодите. Я знаю вас. Вы Гаррис, заключенный из колонии. Вы убили ту медсестру. Помогите. Кто-нибудь, помогите мне. Умоляю. Видимо, уже не поможет. Так. Нам сюда. А там чё?
так и знал. Ни хера ты откуда взялся? Да ты... Твою мать... Да вы чё, совсем одурели, что ли? Ой-ой. Ой, у него руки из кишки. Охренеть. Это пока не будем брать. Новообращенные. Понятно. Полечиться надо. Сходил, блин. Чё-то с ней не это. Окей. Исследовательский журнал доктора... Так, от доктора Кейна капитану Матиусу. Бенджамин, в дополнение к нашему предыдущему разговору я хотел бы попросить тебя... Че там, Данте, спокойной ночи? Меня вырубай. Давай, спокойной ночи. Так сколько времени-то хоть? 11... А ну мы еще... Чуть-чуть... Постримим, да пойдем тоже. Так, в дополнение к нашему предыдущему разговору, я хотел бы попросить тебя повременить с доставкой обелиска с планеты на борт, на денек-другой. Уверен, ты знаешь, что я сильнее кого-либо еще хотел исследовать этот удивительный артефакт, и понимаю, что ситуация в колонии заставляет тебя действовать быстро. Но в этом как раз и вся загвоздка. То, что происходит внизу, невозможно объяснить какими-либо естественными причинами, и нам необходимо время, чтобы досконально проанализировать ситуацию. В свете моей последней беседы с доктором Мерсером, я хочу спуститься вниз, чтобы вместе с докторами Циарелло и Вэлланд провести тщательные клинические исследования. Подпись Терренс. В общем, ребятки нашли какой-то... А мне страшно, всем пока. Давай, спасибо. Так, сохраняемся. Мы, наверное, до следующего сохранения дойдем. И будем заканчивать. Твою мать! Старший офицер по науке доктор Кейн, запись. Меня очень тревожит то, что происходит в колонии. Уверен, это как-то связано с найденным обелиском, но как именно, не установлено. Почти у 40% колонистов замечены признаки психического расстройства. Наиболее явные симптомы – острая депрессия, бессонница, галлюцинации. В случае насилия и убийств указывают на растущую паранойю. Доктор Мерсер предложил доставить нескольких больных на борт для обследования. К тому же психиатр колонии доктор Вэлланд признался, что не может объяснить происходящее, и зашел в тупик. Мне не нравится идея привлечь доктора Мерсера, но сейчас необходим его опыт. Нам нужно решение проблемы, и как можно скорее. Да уж, охереть. Какого? Мать твою, дитя. Z
сдохли. Задание выполнено. Коды получил, нашли, все подходит. Да? Слава богу. Я попытаюсь просмотреть записи капитана, а ты пока отправляйся к транспортной станции. Свяжемся уже там. Нужно разобраться, что, черт побери, случилось с этим кораблем. Что там эти твари тоже противные? Да вообще, вот эти вот вообще ублюдочные. Так, медицинский журнал, патологоанатом. Отчет о смертельных случаях на борту корабля. Так, что здесь гудит так сильно. Сюда зайдем. Тут меньше гудит. Так. Это моя скорбная обязанность сообщить всем о том, что капитан Бенджамин Матиус мертв. Сообщения о событиях, приведших к его смерти, крайне запутаны, поэтому мне приходится оперировать лишь данными вскрытия. Объект находился в прекрасной физической форме для своего возраста, хотя анализ крови обнаружил низкое содержание лейкоцитов при беспрецедентно высоком уровне эозинофильных лейкоцитов. Данные его предполетного обследования не содержат никаких указаний на то, что капитан был чем-то болен. Хотя даже при нынешних показателях аномалии крови не стали бы причиной смерти. Множественные ушибы на руках и предплечьях свидетельствуют о том, что объект перед смертью оказывал активное сопротивление. Кровоподтеки на грудной клетке заставляют предположить, что объект перед смертью был связан. Причина смерти – удар длинным тонким предметом в глазное яблоко с дальнейшим повреждением лобных долей мозга, что вызвало серьезную нейротравму с последующим летальным исходом. Чтобы нанести подобную травму, требуется значительное усилие, а вероятность несчастного случая с подобными результатами крайне мала. На основании всего вышесказанного я выношу предварительный вердикт – насильственная смерть. Кто именно был ее причиной, находится уже вне моей компетенции. О, силовый узел. Понятно. Значки эти рисовали, блин, странные. Так, а нам сюда? Ну да. Так, куда мы приехали? А, мы приехали туда же, да? Ладушки. Да ты смотри, а? Хрен убьешь. Ну и ладно. Да, блин. Одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел борт-журнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь, найду, в чем загвоздка. Ну, как обычно. Так, ну-ка, пойдем. Лазерный магазин, понятно, так. Все, да, у нас? Так, что мы еще можем купить? А, силовый узел купим. И что еще можно? Так, импульсных зарядов навалом.
Вот так вот. Так, сохранимся. На всякий случай. Так, нам сюда. Трупов нету. Вообще никаких. Бе. Так. Давай. Сохраним. Глава 3. Орбитальная коррекция. Так, ну мы, получается... У нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга. Это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Ну, нихера себе. Ладненько, давайте на этом закончим. Две главы мы прошли с вами сегодня. Продолжим в среду. 19:00, все как обычно. Вот. Так что давайте. Так. В чем это? Так, переключимся. Эх, прям вспомнил Dead Space, прям классно так. Нравится очень. Музычку включу. Sitting on the floor, all the shit in my head, rain in my heart, what do you wanna be? I'm a liar, you're a thief, you're a beautiful ghost and it's killing me, beautiful ghost and it's killing me, yeah, yeah. Get away from me. Что давно нужно было? Ух, ладненько. Спасибо, что смотрели. Сегодня мы и Obscuritas. А, в него начать играть? Ну да. Ну, видишь, там всякие игры выходили, да и... Ну, сейчас прям... Да и сегодня бы не было, если бы Obscuritas был подлиннее. А так... Пройдем теперь. Вот, спасибо, что смотрели. Приходите в среду. Будем продолжать Dead Space. Ну, весь мы не пройдем, конечно, но еще на пару стримов, думаю, хватит нам. А может даже и на три. Ну, посмотрим, в общем. Эх, в общем... Всем спокойной ночи. Кто там ложится спать, кто не ложится спать, там... Чего бы там
удачного, чего вы там не делали. В общем, всем пока.